Каркас теплицы мы поставили, закрепили его к бетону, все выровняли, отливы прикрутили. Все готово для того, чтобы начать крыть теплицу поликарбонатом, чем мы сейчас и будем заниматься. До нашей теплицы здесь была установлена еще. Пойдемте, очень интересно, пойдем посмотреть. Ага. Ну, у нее каркас из трубы 30 на 30, оцинкованный, не крашеный, в отличие от нашего. Дверь цельная. Вот, кстати, видимо, плохо был подкрашен шов. Ржавчина пошла зачем-то. Зачем-то это влезло в кадр. Ну, ладно. Теплица тоже большая, капелька 4 метра шириной, 8 длиной. Наша шире в верхней части за счет загиба, тоже арки в виде фирм, но шаг 2 метра. Форточки сверху тоже есть. Ага, на газлифтах. У нас завершился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу Уральская VIP. Шириной 4, длиной 5 метров. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Размер теплицы, конечно, очень такой внушающий. Чувствуется объем. С торца двухстворчатая дверь, с другого торца также. Сейчас туда дойдем. Резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности. Реклама обязательно. Каркас у нас сделан из профильной трубы 20 на 40, основная арка 20-20, подпирающая арки в виде ферм. Покрашено все полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Установлены диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров. Снизу прикручен уголок 50 на 50 в качестве отлива. Также имеются у нас форточки в крыше, 4 штуки. И система подвязки, по две нитки на каждую сторону. Один торец стоит на брусе, так как фундамент был залит очень близко к предыдущей теплице. Поликарбон здесь 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!